Контракт заключен, если не ошибаюсь, это Бииздорстрой выиграл этот муниципальный контракт. Работы предусматривались выполнить в начале следующего года, но сегодня могу уже говорить, что на уровне правительства Алтайского края выделено, принято решение о выделении дополнительно городу Бийску в этом дорожно-строительном сезоне 47 миллионов рублей. И к работам мы приступим в этом году уже в кратчайшие сроки.